Приветствую всех! В данном видео хочу показать вам такой интересный жаккард крючком по кругу. Меня это вязание данное не отпускает. Я все вяжу, вяжу, вяжу и понимаю, что хочу с вами поделиться. Либо я уже где-то на середине, либо я уже закончила это вязать. Но тем не менее, покажу вам, как вязать. Ничего сложного здесь нету, несколько правил только есть, но об этом поговорим в видео. Если вам нравится, кстати, идею можно применить как сидушечки, как подушечки, как сумочки, как, я не знаю, в общем, полет фантазии тут не ограничен, что хотите, то и делайте. Нитки можно использовать разные. Можете трикотажную пряжу купить, можете взять остаточки какие-то после вязальных проектов. Но это все в видео. Если вам нравится, пожалуйста, подпишитесь, напишите мне комментарий, поставьте лайк. Давайте начнем. Итак, буду показывать на контрастных ниточках, для того, чтобы было лучше видно, потому что на черных что-то совсем прям не видно. Значит, я взяла крючок номер 3. Вот остатки ниточек у меня. Значит так, делаем петлю амигуруми и вяжем 7 столбиков. Так, 7 столбиков. Так. Раз, два, три, три, четыре, четыре, пять, пять, шесть, семь. Значит, 7 столбиков. Подтягиваем петлю. 7 столбиков. Так, маркер. Дальше. В первую петельку, или в первый столбик первого ряда, да, нашего, набираем сразу же 2 столбика без накида. Это у нас первая пара. Ставим маркер, ставим маркер, и в каждую петелечку теперь мы делаем по 2 столбика, каждый столбик точнее делаем по 2 столбика без накида, провязываем. Так, это у нас уже 4, это будет у нас 14, здесь будет у нас, снимаем, 16. Так, что мы делаем дальше? Так, следующий ряд можно сейчас уже, третий ряд можно сразу ввести другой цвет, либо вот начать, ну, как бы продолжить этим цветом. Давайте продолжим этим цветом. Провязываем столбик и следующий, два столбика без накида. Все, вот наш первый клин пошел. Первый клин у нас пошел. Дальше вводим ниточку другого цвета. Вводим. Можете включить перемоточку. Так, что мы делаем? Один столбик. Аккуратненько этот подтягиваем. И дальше вяжем 2 столбика. Раз. В одну петелечку 2. Дальше перебрасываем ниточку. Так, подтянули. Опять вяжем 1 столбик. Тут аккуратненько подтягиваем. И 2 столбика в следующий. Раз. Так, нет, неправильно. Вот сюда. Раз, два. Меняем ниточку.
провязываем один столбик и в следующую два. Раз, два. И так до конца ряда. У нас должно быть 4 серых клина и 4 черных клина. Вот он связан. Раз, два, три, 4. Итак, вот у нас осталось. Перебрасываем ниточку. И провязываем. Один столбик. И как раз вот сюда, где у нас маркер, получается, что сюда мы будем провязывать. Раз, два. Раз, два. Так. Опять перебрасываем ниточку. Перебрасываем, вяжем серой ниточкой. Раз столбик, два столбик. И, соответственно, вот сюда вот двойной столбик, точнее два столбика в одну петелечку. Ставим маркер вот сюда, меняем ниточку. Я уже вам говорю, что ничего сложного здесь нету. Вот два и сюда двойной, два столбика без накида. И так продолжаем до нашего маркера. Так, вот мы дошли до нашего маркера почти. Значит, один, дальше еще один столбик, и где у нас маркер, у нас пойдет двойной столбик. Сюда. Все, ничего тут сложного прям такого нету, что всегда меня останавливало, думаю, ну как же они там, что же. Но оказывается, на деле ничего страшного здесь нету. Итак, мы провязали уже 1 2 3 4, это у нас уже будет 5. Поменяли ниточку, когда у вас две петелечки, подтянули черную, чтобы на крючке она именно была. И вяжем 2, 3, 4, 5. Довязывайте до нужного вам размера. Либо это будут действительно вот 5, либо будут 9. В общем, в каждом нечетном ряду можно добавлять сюда сектора. Вот. Но мы сейчас с вами довяжем до 11, да, столбиков, 11 столбиков. И я вам покажу уже на другом образце, как мы будем добавлять новые клины. А так продолжаем вязать, добавляя в каждом секторе в конце по 2 столбика без накида. Итак, у нас связано уже 8 секторов по 11 петель. Что мы делаем дальше? Если вы хотите продолжать, вы можете продолжать так и дальше до нужного вам размера, прибавляя в конце клина по 2 петли. Но мы пойдем другим путем. Я хочу немножечко разнообразить, скажем так, наше вязание. Что мы делаем? У нас 11 петель. Всегда для ввода нового клина всегда нужно нечетное число. То есть у нас 11 петель. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Что мы делаем? Мы провязываем 5 петель. Вот нашим вот этим меланжевым цветом 5 петелечек провязываем. Ставим маркер, чтобы не забыть. Ну, хотя там уже будет видно. Ставим маркер. И провязываем 5 петелечек. Раз, два, три, четыре и пять.
провязали 5 рядов, и у нас теперь все время с каждой стороны будет по 5 петельчик. Дальше мы меняем ниточку и в петельку делаем 2 столбика. Раз, немножечко подтянем, но не сильно, чтобы потом можно было вставить сюда крючок. 2. Все. Дальше мы опять меняем ниточку и провязываем еще 5 столбиков. Чуть-чуть подтянули. 2, 3, 4, 5. Ничего тут сложного нету. Попробуйте, вам обязательно понравится. Меня, честно говоря, не отпускает. Я уже вяжу и думаю, господи, ну когда же я остановлюсь? Ну что ж меня не отпускает-то никак? А нет, не отпускает. Дальше мы меняем ниточку и вяжем еще 5 столбиков. Так. 2, 3, 4, 5. 5 столбиков провязали и провязываем другой нитью, нашей второй, или в вашем случае вы можете ввести другого цвета нить. Провязываем 2 столбика в одну петельку. Провязали. И опять следующие 5 черных столбиков. До конца ряда покажу, как вязать второй ряд. Если вы еще не подписаны, подпишитесь. Поставьте лайк, напишите мне комментарий. Это очень поможет моему каналу. Итак, довязываем наш ряд. Снимаем маркер. Так. Провязываем вот 4-ю, 5-ю. И снова здорово. Начали наш ряд. Провязываем опять 5 столбиков без накида. 3, 4, 5. Что мы дальше делаем? Так как мы теперь вот здесь вот не делаем прибавки, ни здесь, ни здесь, мы будем прибавки делать только в клине. Прибавки будем делать в конце клина, то есть мы вяжем один столбик и вот сюда. Вот у нас такая перемычка вот туда. Мы вяжем 2 столбика с накидом. Получается 3 петли у нас. 3 столбика. 3 столбика получается. И продолжаем вязать, сменив нитку. Продолжаем опять вязать. 1, 2, 3, 4, 5. Так, клины можно делать на высоте там, ну, или на протяжении 7 столбиков, высоте 9 столбиков и 11. Я выбрала 11 столбиков, так будет, скажем так, поинтереснее. Ну, вы вольны выбирать так, как вы хотите. Особых тут таких прям жестких правил нету. Вот, поэтому самое главное, связали клин до нужной высоты, там 7 или 9, да, столбиков, все перешли в середину, делаем прибавки в конце, можете, хотя можете в начале ряда, если вам удобно в начале, точнее в начале клина делать добавки, значит делайте в начале, если вам проще в конце делать, делайте в конце клина. Все, остальных больше правил нету, вяжите, творите, как вам нравится, делайте подушечки, делайте сидушечки. Но я уже, конечно, повторяюсь. Очень рада была, что вы посмотрели. Обязательно подпишитесь, напишите комментарий, поставьте лайк. Это продвижение канала очень поможет. На этом всех ровных петелек вам. Всем пока-пока.